Хей, йоу, всем привет, друзья, с вами снова я, Спайк, со мной сегодня Фокус, Гуля и Дима, и это Мафия в Майнкрафте, всем привет! Всем привет! Всем привет! Всем привет! Всем крутых амогусов и анонимусов! Сегодня, короче, у нас новая серия Мафии, и это рубрика, в которой один из нас будет скрытый мафиозник, который должен, как в Among Us, всех завалить, а остальные выполняют задание, чтобы выбраться с вот этой вот карты, вот, ну и, собственно, пытаются вычислить, кто же является мафией. Так, ну что же, новая серия, я надеюсь, что, ребят, вы знаете, что нужно делать, как бы, да, я даже говорить-то не буду, но вы знаете, куда нажать, на какую кнопку, просто, чтобы разнести YouTube, жмите, и будет новая серия, да. Так, ну что, давайте выбирать роли и челленджи. А я смешно танцую или нет? Очень смешно вообще, топчик. Кстати, не забывайте подписываться на мою группу ВКонтакте. Там публикуются видео и новости о канале и Майнкрафте. А также продаются мои оригинальные стикеры и можно скачать сборку, на которой мы играем. Залетай! Ну что, ребята, давайте переходить к выбору ролей. Ну что, давайте я первый, что ли? Так, ага, прикольно. Так, ой, блин, у меня такой челлендж странный на самом деле. Так, я тоже беру роль, короче, и челлендж. А у меня голова кружится. Так, ну и мирно, как всегда. А у меня челлендж Рэмбо, я могу стрелять только из пулемета. Так. О, удачи найти пулемет, Гуля. Да, удачи найти пулемет. Ну вы же со мной поделитесь, правда? Ну, посмотрим. У меня еще круче, я могу стрелять только из оружия, которое я найду первым. Так, ну вот тебе сундук, давай, Боря, открывай этот сундук. Не-не-не, я не хочу. Ну, зря не открыл. Да. Так, ладно. Я в оружии не разбираюсь, это что-то. Так, а я свою роль-то не посмотрел. Так, да, вот я, значит, вот такой, да? Значит, так, ну, да? Смотрите, какой? Давайте сразу задание нужно, короче, найти все. И начать потихоньку их выполнять, и надо найти сразу так же место, где мы будем отсюда сбегать. То есть, куда... Так, Илья, иди, подойди. А, я боюсь, чем. Подойди, смотри. Ой, она... Ай, а чё накинулся? Я не кидал! Я сейчас сгорю! Ну это был идеальный момент, как бы. Самый быстрый мафия на тиком западе. Блин, я бы еще подождал на самом деле, но это был просто идеальнейший момент. Подожди, а как молотов взорвался? Ты типа в него выстрелил у меня в руке или что? Нет, ты просто его скинул под... Я ничего не нажимал, я вообще смеялся и... У меня руки были даже не на мышке и не на клавиатуре. Я не знаю. Так, все, забираем все вот это. И идем во второй раунд, погнали! Ну что ж, первый раунд, в принципе, был быстрый, мафия быстренько затащила, как обычно. Так, ну что, го второй, я на самом деле не хочу... А я быстренько беру урод. Я не хочу быть мафией вообще. Вообще я не хочу быть мафией. Витя, я не могу выполнять задание, но я мирная, честно. Так, а у меня челлендж, вы можете стрелять только из первого попавшегося из оружия, из сундука оружия, короче. Короче, тупой челлендж максимально, да. Я охраняю кого-то из вас, пока еще не выбрал, но ладно, выбрал. У меня челлендж психопата. Мы можем вместе бегать, ты будешь выполнять задание. Кто, в смысле, я? Не, ну Боря. Да. Так, подожди, а почему у Бори куча... А, охранять? А у Гули какой? Нельзя выполнять задание. Не можешь выполнять задание. А у меня челлендж, что я только из одного оружия с вами буду бегать, потому что я боюсь. Ладно, чё, погнали, второй раунд. Опа. Так. Ну ты можешь брать первый, в принципе. Да ладно. Я знаю тут один сундучок с очень крутым оружием, как бы. Так, я тоже знаю один сундучок. Так, Боря, кого ты защиту будешь? А вот же задание прям рядом. А куда Гуля ушла? Я забирал за оружие, потому что вы все залутали сразу. А я же тебя охраняю, я тебя не могу найти. Игровой клуб какой-то. Так, набрать не менее 10 очков в змейке. О, здорово. Так, блин, ну поиграйте кто-нибудь в змейку, я не знаю, я не особо честно хочу. Давай, я пойду пока что какое-нибудь другое задание выполню, наверное. Так, так, тут, короче, смотрите, тут все на островах, то есть тут много островов, по идее. Нужно, мне кажется, на каждом какое-то задание выполнить, я так понимаю, правильно? Так, Гуля, ну, есть какое-нибудь оружие лишнее? Мне как-то не по кайфу просто. Ну, есть только такая фигня, такая же. Спасибо. Так, Это с пистолетом что-то стрёмно. Так, а ты куда убежал, Спайк? Так, я задание, я нашел тут несколько островов, типа, я на какой-то убежал, на нем выполняю. Я набрал 10 очков, все, я забирал алмаз, первый. Так, тут, короче... О, я походу нашел. Я какое-то задание нашел, смотрите.
Правда, о, тут тоже не... бухут. О, здесь какой-то... Тут пиццу надо найти, я так понимаю. У меня задание, вот как раз я нашел пиццу, мне нужно, походу, принести к тебе куда-то. Так, ну, вот, да, иди да. Давай к нам, тебе надо нас найти. Так, иду. А вы куда ушли-то? Я просто карту вообще, типа, не знаю. А мы... Тут непонятно. А во, Гуля, ой, видишь, короче, логично. А, подожди, а, ну ладно, вы уже нашли. Я только хотел сообразить, что вон тотем смотрит беленькой а штучкой. Тебе же на мост, а, ты залез на да, мост. Да. Так. Там, кстати, Дима сзади, осторожно. Я к вам иду. Да мы понимаем, что там идешь. Так, если что, у меня вот эмка только, могу только с нее стрелять. Так, я куда тут отнести? Вот-вот, направо, вот сюда, да. Так, все. Первое задание, ребята, мы выполняем. Что, у нас один алмаз только? Подожди, ребята. В смысле, мы же змейку еще. О! Я забыл озвучить свой челлендж. Я психопат, и я должен у всех игроков гранаты бросать. Так, держи. Давай. Он вообще ничего не стреляет, но я не убил. Да, у тебя совсем не подозрительный челлендж, если что, как бы. Так, а сколько, подожди, ты же змейку выполнил или нет? Да, вот алмаз у меня есть. Ну, у нас два алмаза получается. Ну, у нас два, да. Так, ну, так, где Гуля, надо Гулю охранять. А чё мы все по мосту по этому ходим? Давайте Гулю разобретёмся реально. Ну, не, если... Не, подожди. А чё такое, Гуля? А чё такое? Задание искать. Ну мы, да. мы и так мы нормально ищем вроде. Ну просто странно, мы по крайнему мосту в один блок. Да, мы все в одном месте. Там просто могут развернуться, зажать и... Ну да. Я знаю, как это будет сейчас звучало. Ну не знаю, Гуль. Честно говоря, я начинаю тебя подозревать потихоньку. Хотя, ну честно сказать, я вообще никого не подозреваю пока что. Я тоже... А я босса нашел, ребят. Надо убить меня. Обычно, когда ты говоришь, что ты никого не подозреваешь, ты мася. А подожди, а куда ты... А, вот. Я тут. Ага, вообще гениально вкинула, конечно. Так, а посмотрите, если я не могу... А подожди, он босс, Гуля. А Дима его тоже нашел. Гона босса. Ребят, такой а вопрос. Я не могу ничего делать. Если я не могу стрелять, ну могу стрелять только с того, что я нашел... то я могу собирать другое оружие или нет? Или в этом смысла так-то нет? Собирать можешь, я думаю. Ой-ой-ой! О! Молотов. Босс убьем. Ага. Он меня сейчас убьет, помогите! Борю завалили? Серьезно? Боря сгорел в моей гранате, которую я в босса кинул. Ну, Дима, это вообще беспалевно, конечно. Ну, я случайно, я просто... А Боря не был мафией, случайно? Не знаю. Наверное, нет. Ой, Дима, я теперь Диму боюсь. Ну, не знаю, мне кажется, мы должны, короче, походу, рассориться и друг друга... Да. А Боря там сидит, рофлит с нас. Так Боря, может, мафии был. Либо Боря... Да не, это бред. Нет, тогда бы уже было про победу мирных. Да. Причем убили ты его, даже не мирный, а реально босс. Я предлагаю кого-то казнить. Ну, давай тебя казним, типа. Давай его казним. По-моему, это будет ошибкой, предупреждаю, Гуля. По-моему, это хороший вариант, в принципе. Я в начале, где этот клуб был игровой. А, вот я кого-то вижу в башне. Ну, я пытаюсь какие-то задания выполнить, но я... Я выстрелила, потому что я испугалась тебя. Я не убила его только что, но могла. Я просто испугалась, что выскочил на меня. Ну, так что, казню кого-то? Можете меня, в принципе, не знаю. Блин. Ну, тогда Гуля типа мафия или чё? Хотите меня казнить? Я не мафия. Короче, я... Давай Гулю. Да, я думаю, что это не она на самом деле, я не знаю. А кто? Ну я типа и тебе верю, ей как-то верю. Короче, я не понимаю, я просто реально не понимаю, кто из вас. Ну я не знаю, у меня есть алмаз. Я типа один из самых первых реально выполнил задание, поэтому... А, я самый первый выполнил задание. Так, окей, давайте тогда выполняем задание и, типа, спасемся, если мы всемирные. Может, реально такой раунд? Ну, типа, да, не знаю. Просто проблема в том, что я выполнять эти задания не могу. Просто мы пока бегаем, мы реально могли просто взять и все задания спокойно выполнить. Типа, вместо того, чтобы, как бы, друг друга подозревать... О, я нашел, кстати, задание какое-то! Ну, я тоже вижу, да, за тобой иду. Вот! Можно тут выполнить, кстати. Тут паркур, походу, или что? Ну, я паркурить умею, я пройду, значит. Что-то я... Ну, ладно, я пойду... Может, докажу как раз, что я мирный. Подожди, а у тебя сколько? У тебя три же, да? Да, так все, ты берешь четвертый, и мы уходим дальше, типа, по идее. Давай. Так, Так у тебя же четвертый. Ну, у меня один, у него три, то есть это будет четвертый, получается. Пять. Да. По сути, это будет все уже конечное. Стоп! Вы слышите?
Что-то пикает, кажется. Вы слышите? Гуль! Я не слышу. Ой, вот я это... только алмаз забрал. Так, и что произошло? Кто пахнет, признавайтесь? Это не я. Это не Спайк, судя по смеху. У меня один вопрос, как? Казнь. Я не знаю, ну типа вы Борю сами завалили, я не виноват. Казнь. Капец, у нас, по-моему, это второй раз, когда мафия выигрывает взрывом. Второй раз. Это редкий-редкий случай. Это реально редкий случай, но надо сыграть еще, я считаю, раунд, потому что я не хочу быть мафией, я уже, мне надоело быть мафией этой тупой, мне просто... Настолько надоело выигрывать, да? Да, я постоянно за эту мафию выпадаю уже, вторую серию подряд я мафия, капец, гоу, следующий раунд. Ну что же, финальный раунд, я надеюсь, я не буду мафией, поэтому я побежал первый ролик, так, ролим... Я второй. Ролим челлендж. Ладно, третий. А, у меня... Мафия? Нет, у меня челлендж, вы можете сыграть только скорика или АВП. Так, я мирный опять. Тот же челлендж и тот же мирный. Я хочу... хранитель. Я хочу сыграть за мафию, но я постоянно мирный. Ну как так? Ну, как бы, когда-нибудь так, Борь тебе мне первое отдайте, если вы не... Если вы мирный, отдайте мне первый сундук, пожалуйста, спасибо. Отдали мы мирный. Ну я в принципе... Что? Ну у меня просто челлендж с пулемета стрелять. Так, ну тогда подгони мне АВП, пожалуйста, если найдешь. А ты только с АВП? Ну, у меня, да, только с АВП. И типа, это, блин, это проблема. Ну, АВП либо коряк, если найдете, подкиньте, пожалуйста, потому что я не мафия. Подгоните мне эти всякие бомбы световые, чтобы было рфляне. Я тебе могу этот, поджигающий. Я могу за тебя их просто покидать, вот раз я кину. Вот я два сейчас кину. Вот интересно. Там мне нравится. Ну ладно. Так, ну ладно, я хоть что-то нашел, хоть какое-то оружие, типа, если что. Так что, мафия, если захочешь меня убить, у меня коряк есть. Я на змейку, короче, пошел охранять мне кто-нибудь. Я же ангел-хранитель, кого мне охранять? Я пошла за куском пиццы. А кого охранять? Так, бери пиццу. Тебя буду охранять. Я на паркуре, если что, я на паркуре. Так, не, я не буду босса валить, это у меня только одно оружие и патронов не так много. Я на паркур пошел. Я не могу стрелять, типа. Я босс, кстати, тоже не могу завалить, потому что я не могу стрелять ни из чего, кроме АВП либо коряка. О, перевотово! С АВП нормально, кстати, по нему стрелять. Патронов много. Все вместе мы можем. Ну, типа, блин, не знаю. Ну, все вместе слишком. Все вместе слишком, да, для мафии. Опасно, слишком... да. Я с АВП с прошлым стрелял по боссу. В принципе, было нормально. Дима, подозрительно у тебя идеи. Так. Ну, кстати, блин. Я! Попеть, гранаты, господи, ё-моё! Ну, я никого не буду подозревать, короче, наверное, хоть у меня нет такого челленджа, но, честно скажу, то, что Дима позвал нас всех на босса, это странно, потому что это стандартная такая ловушечка мафии, ну, типа, не знаю. Так если мы там будем все, то спокойно можно мафию убить. Ну и мафия так, тоже а может... А кто стреляет сейчас? Да это я случайно стрелял, я хотел сундук сломать. Так, у меня есть один алмаз с паркура, если что. Так, я добежал только что до чувака с пиццей, и у меня теперь тоже есть один алмаз. Так, у нас уже их типа два получается или сколько? Вы не находили ничего? Да. Так, ну ладно. Ну, в принципе, блин, это уже какой-то раунд, я не знаю, по счету. В принципе, можно, мне кажется, его выиграть, чисто на алмазах затащить. И... А сколько нам алмазов надо? Вообще знает кто-нибудь? Шесть, сейчас я смотрел. Сейчас я посмотрю тоже. Шесть алмазов? Да. Угу. Ну, кстати, сейчас еще ночь, типа ночной раунд, мне кажется, это прикольненько достаточно будет. Так, ну я пойду на босса, у меня оружие куча. Так. Мафия, не убивай, пожалуйста. А сколько у нас уже есть? Я один нашел. Подождите. Опа! Босс? Я на это босс, это босс. Так, так. Подождите. Я на редстоун. Я на редстоуне уже. Так. А мне куда? Я не знаю. Это точно по боссу вы стреляете? Да. Вот, Боря сейчас забрал маску вместе. Да. Так. У нас уже их 4, да? У меня 2. У меня 2. 4. Убиваем Диму? 5. Убиваем Диму или отправим? А может не надо? Да, давайте алмаз справа. Че мы не выполнили? Мы доставили пиццу, я в огне добыл, мы убили босса. А че... Ой, че Гуля сделала? Так. Пиццу. Я прям конкретно думаю на Диму, честно говоря. Убегай! Что ты делаешь? Задание! Так ты меня что-то убьёшь. Я сейчас сама сгорю. Так, на кого вы там думаете, ребят? Походу Диме делать вообще ничего не надо будет, да? Что? Понятно. Валим.
Валим? Ай, или не валим? Да вам уже не свалить все равно. Гуля уже... Ай, я тоже умер. Капец! Два раза мафия по бомбам победила. Нифига ты быстрый, Дима. Да мне вообще повезло найти этот сундук. Капец, это было быстро! А я говорил, надо его валить! Он говорил, смотри, да. Сколько у нас трупов здесь на спавне этом. Жесть! Не, ну мы из-за мирных почти выиграли. Ну да. Но взрыв красивый, в принципе, красивый. Да, мне нравится. Да уж, не, серия, по-моему, вообще топовая получилась. Прям очень топовая из-за вот этих... Кстати, сегодня мафия победила... Три раза, это жестко. Да. Какой ряд вообще был? С днем мафии. С днем мафии, ребят, да, день Кадиллака. Все, всем, ребят, спасибо, что посмотрели эту серию до конца. Но если вам понравилось, можете другие видео посмотреть, вот они на экране. С вами был я, Спайк, Гуля, Дима и Фокус. Всем пока. Всем пока.